миссию. Ты труп. Узнаем, что твоя информация недостоверна. Ты труп. Узнаем, что поставил себе понтовые номера на тачку. Ты труп. Что? Нет. Будешь кашлять с открытым ртом. Нет. Но это не значит, что тебе разрешено кашлять с открытым ртом. Всем привет, с вами Вероника Адамс, и сегодня мы будем делать... Для чего мы это не напоминают? Харли Квинн. Будем делать мы ее из второй части «Отряд самоубийц». Мне очень привлек, естественно, как всегда, образ Харли Квинн. Я уже делаю ее, не знаю, очень давно, и действительно различные всякие образы, плюс еще вот там еще очень много разных всяких вещей, которые ждут выход в свет, так скажем, вот. Сейчас на мне такой корсетик. Вот такой вот он, черно-красный. Вот, все под Харли Квинн в лучших традициях, вот. Поэтому давайте не будем затягивать и перейдем непосредственно к самому макияжу Харли Квинн. Погнали. Что? Мы пришли спасать тебя. Вы спасать меня? План был великолепный. Ну, я могу зайти обратно, и вы меня спасете. Вот сейчас обидно было. Ой, ну прости, Харли Квинн. Обожаю дождь, как будто ангелы писают. Who be the king of the sound? Bust a bus back and just put a lock on the town. Now all my bitches be coming from miles around. See, they be coming, cause they know how to guard. Turn it up, now you know who holding the throne, so give me the crown. Niggas saluting and trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas is clowns. Making the bitches strip and throw this shit on the ground. Get low, bro. Now that's the way that it goes. When we up in the spot, the shit be flooded with holes. Come on, see, when you make it hot, the chicks will come out their clothes. That's when they get it. Mommy, you already know I'm supposed. Touch it, bring it, babe. Watch it turn.
are my citadel. You are my wishing well, my baby blow. Oh, oh, oh. I used to like liquor to get me inspired, but you look so beautiful, my new supplier. I used to like smoking to stop all the thinking, but I found a different buzz. The world is a curse, it'll kill if you let it. I know they got pills that can help you forget it. They bodily call it medicine, but I don't need drugs. Cause I'm already high. So beautiful, my new supplier. I used to like smoking to stop all the thinking, but I found a different buzz. The world is a curse, it'll kill if you let it. I know they got pills that can help you forget it. They bodily call it medicine, but I don't need drugs. Cause I'm already high. Вот что у меня получилось. Вот такая Харли Куин, мне кажется, очень похож. Именно действительно из новой части «Отряда самоубийц 2». Вот как вам. Я решила не красить кончики, думаю, смысла нет, лучше выдержу свою прическу. У меня русо-белый волосы, цвет. Поэтому, думаю, лучше оставлю свою индивидуальность, свою изюминку. Я не буду красить, как бы, хотя есть у меня все, но решила оставить такой тоже оригинал интересный. Вот. Как-то так. Вот, как вам? Пишите в комментариях, не забывайте ставить пальчики вверх. Вот, и также повторять за мной этот образ для косплея, для Хэллоуина или просто для какой-то тематической фотосессии, для вечеринки той же, вот. Поэтому добро пожаловать в мой мир. Поэтому все, всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной и поддерживаете меня. Не забывайте подписываться на мой канал. Вот, все, всем спасибо, до новых встреч, пока!